И вот эта вот тайна, этот интерес к тому, что находится внутри, вот он, наверное, самое главное, да? И вот в этот мешок я оставляю такую дыру, да, отверстие. Я как бы предлагаю вам туда заглянуть, ну, можно так сказать, да? Может, руку просунуть, может быть, даже кто-то из ловчицы целиком туда залезет. Мешок необычный, насколько видите, внутри него ничего нет, да? Такая пустота, метафизическая пустота, свет.